Всем привет, вы на канале Просто Детки, и сегодня мы с вами поиграем в Слезарио так называемым невидимым скином. Почему невидимый? Потому что он такой вот темный, и на фоне черных таких вот картинки в игре для неопытных игроков он почти невидимый. Как видим, тут в этом обновлении очень много интересных разных вот и так скинов. Даже такой вот есть фашистский, и японский, и китайский, и штатовский, то есть очень много разных скинов. Нас интересует больше сейчас именно так называемый невидимый. А остальными мы поиграем, вот он, кстати, в других обзорах, которые, кстати, уже есть на моем канале. Сохраняем, выбираем сервер. Так, какой бы нам выбрать? У всех есть свои любимые сервера. Мой вот, допустим, этот. И начинаем играть. Так, сейчас пройдут небольшие лаги. Или не пройдут. Ай-яй-яй. Что-то вообще непонятное творится. Ой, сколько вокруг всего. Попали, наверное, в самое сердце игры. Соответственно, сильно залагало. Вот, где-то выбросило нас на окраине. Лаги уже не такие сильные. Хотя тоже присутствуют. Что же с этим делать? Некоторыми скинами не лагает новыми, а некоторыми лагает, потому что в игре еще не все так предусмотрено. Так. Ай-яй-яй. Ох, как классно я успел. Да, видно, что лаги не только у меня, потому что у меня показывают, что я сейчас врежусь, а на самом деле врезаются в меня. Ну, недолго музыка играет, это палка о двух концах, то есть может так же само лагануть у меня, и все. Опа. Успели. Ну, а чё ж ты не захотел у меня врезаться, красавец? Он думает, что он такой крутой. Опа. Вот опять, я был до него еще километр, а лагануло и проиграл. Ну ничего, я думаю, мы разберемся, как с этим бороться. Обидно, что хороший был старт, и мы его проиграли. Ну вот такой вот у нас скин. Такой похожий поначалу на пиявку маленькую. Постараюсь его сделать большим, чтобы его все боялись. Сколько на это уйдет времени, ну я не знаю. Буду делать паузы в игре, чтобы видео было не сильно большое. Так. Пока я не найду какую-то жертву. Немного поставлю паузу. Так, ну вот мы немного подросли. Не сказать, чтобы совсем, но хоть не самые маленькие на карте. Да, новым скином все-таки тормоза очень жестокие. Вот в прошлый раз играл Angry Birds, так можно сказать, почти не тормозило. А здесь как бы, ну, все совсем по-другому. Или нужно выбираться куда-нибудь поближе к краю карты. О, как хорошо. Сейчас столько... Так, ну что, еще одна попытка закрепиться, скажем так. Ай-яй-яй. Вот только начинаешь записывать, сразу жуткие тормоза. Но видно это у многих, потому что вокруг он все врезаются, бьются, тормозят. Но основная суть этого обзора не рекорд, а просто запись одного из таких интересных новых скинов. Он одним своим видом вокруг может всех пугать. То есть тут нужно быть очень аккуратным, но не рисковать. То есть там где-то, если от тебя кто-то в метрах в пяти находится, нужно уже сразу страховаться, закручиваться. Вон видно, что вокруг все врезаются. Значит, все-таки этому есть причина. В игре сейчас много повводили новых скинов. Ай-яй-яй-яй. И, соответственно, сервера, они выдерживают этого. То есть они просто не воспринимают с нужной скоростью всю информацию, которая передается именно с... Ну, с компьютеров игроков.
если хотите играть без тормозов, то нужно играть как бы, ну, вон, видите, что творится? То нужно играть без всяких там расширений. Обычными стандартными скиллами тогда игра будет, ну, интересная и без тормозов. А, ну вот, там еще был километр, как говорится, до его хвоста. Я должен был спокойно разворачиваться, но тем не менее врезался. Вот 6700, пока мисс больше не набрал. Так, мы опять немного выросли, немного подхавали. Как бы, когда не записываются, то еще хоть немного возможно играть. Даже кого-то окружать. Ну давай, родной. Мы тебя сейчас скушаем. Вот видите, как сейчас. Вот, еще раз повторюсь, обзор для ознакомления со скином, поэтому тут нет задачи набирать запредельную массу. Тут как бы там 10, 20, 30 тысяч это почти рекорд. То есть можно как бы не снимать сам процесс игры, там набить много-много массы, потом показать концовку. Но это неинтересно, я думаю. Вот такая вот черная дыра у нас получается. Ай-яй-яй, чуть не врезался. О, опоздал ты, чувачок. Все, я уже там все, что нужно было, скушал. Надо отсюда текать. Надо текать. Сколько там всех мелких. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, кто-то в меня врезался, надо его быстренько подхавать. Потому что больше мне хавать некого. Какой-то лезет ко мне. Что-то он, короче, ко мне неровно дышит, этот Мариана. Хочет, наверное, получить. О. Но он так, видно, и хотел слиться, потому что других причин я не видел гоняться за большим червем, когда вокруг куча мелких. Ну, он подарил нам там 1000-1500 или сколько-то массы. Это неплохо. Так, вроде пока вокруг нету больших червей, тормоза не такие сильные. Главное не сглазить. Ну, вот видите уже, червячок такой, по сравнению с другими, не совсем уже и маленький. Если не сказать больше. А когда ускоряется, это вообще такой, как какая-то блестящая белая дыра. Ву-у-у. И вокруг сразу куча стервятников, вон мелких. Все хотят массы, все хотят на халяву массы. Но мы им пока не хотим такую возможность предоставлять. Ой, сколько там много мелких. Только где-то кто-то ошибется, сразу вокруг куча, всех куча. Так, ну что тут? И нигде ничего интересного. Везде одна мелочь. Где прячутся мастодонты, которые любят сливаться через каждые 5 секунд. Так. Сейчас, наверное, вот это еще последняя партия. И хватит для обзора. Только почему-то вокруг ничего не происходит. Аж неинтересно. Ну, если нет никаких событий, то нужно их провоцировать. Опять же, не сильно хочется слиться. Вот как сейчас. О, червячок заподозрил неладное. Ну, чувачок. Нет, он ничего не заподозрил. Есть такая пословица, порвать на британский флаг. Вот как раз это про него. Сейчас британца порву на британский флаг. Не, ну может быть тоже затормозить. Как бы и никто никуда ничего не порвет. Могут помешать. Может еще куча всего произойти. Но будем надеяться, что все пройдет благополучно. Но обычно вмешиваются какие-то большие червяки. И начинают мешать. Так, расширили много колечко. Это замануха такая. То есть он видит, что много места, начинает разворачиваться и не вписывается в поворот. Нет, все благополучно.
Вот, мы его съели. Ну да, Британия выходит из ЕС, поэтому мы ее порвали на британский флаг. Так, они настолько уж и много мы с него и поимели, что там масса 6000 так и осталось. Ну, было... Подождите, у нас было 6000 масса, а куда же она делась, остальная? Что, мы ее пропили, что ли? Как-то непонятно. Такого здорового кабана съели, а масса осталась на месте. Так, надо, значит, активнее кушать. То мы останемся такими мелкими. Мелкими змейками. О, опять там без нас это все происходит. Опять без нас. Так, ну, хоть кто-нибудь влезьтесь так, чтобы никого рядом не было. Не хочется лезть в гуще событий, потому что там сразу начнутся тормоза дикие. А без гуще событий получается отхаваться нереально. Надо куда-то, короче, ползти. Так вот просто кататься надоело. Да и вам, думаю, скучно. Так. Хоть мы сейчас, конечно, и потеряем в массе, но зато, может, что-то интересное найдем. Не, слишком он еще маленький у нас, чтобы окружать такие количества. Было бы там тысяч на 5-10 больше, можно было бы уже... Вот-вот-вот-вот-вот. Вот оно-то. Вот именно оно. Во-первых, мы отхавались хорошо. Во-вторых, окружили тройку мелких червячков. Так что иногда нам даже везет. Какой-то там дак, каос. Еще там какой-то пхун. Ой, а там вокруг, как всегда, когда кого-то окружил, сразу, блин, начинается веселуха. Так, ну что? Один уже не выдержал, сдался. Это нам подходит. Мы отхавали на него массы. Такое ощущение, что это какие-то, блин, боты, а не червяки. Они такие движения очень похожие. Но можем чуть-чуть хавануть на стороне. О, и он врезался, отлично. Ой, какие-то лаги нереальные. Так, ну поздравляю, мы набрали 10 тысяч массы. Вот сейчас это уже такой действительно хороший питон. Ну вот, еще каких-то два, не буду говорить, кого мы окружили. Они, наверное, просто видят этот скин и в шоке, что такое им приснилось. Некоторые сразу начинают метаться, сливать массу, чтобы не досталось врагам. Ну ничего, мы успели и массы отхавать, и окружить его. Так, главное рассчитать правильно расстояние. Это получается тут хорошо в этом скине что? Что не видно таких полосок, где ты ползешь. То есть опасно вокруг него крутиться, потому что можно не рассчитать. Вот, все. Благополучно. Слит. Слизер слит. Ну, что-то какие-то они вообще неповоротливые. Вот видите, опять мы их окружили. Как-то это все подозрительно. Вот мечется, мечется. У нас уже 11 тысяч массы. Сейчас, наверное, будет еще больше, я думаю.
Уже вот 12. О, ну, короче, они решили не выкаблучиваться, а сразу потихонечку слиться и с гордо поднятой головой начать новую партию. Нам это подходит, потому что мы вон уже раскабанели до 13 тысяч с половиной. Так, что у нас тут есть? Какие-то они все непонятные. Вот, начинают метаться, когда уже поздно. Но то, что я говорил, когда вокруг мало змеек, то тормоза не такие сильные. Потому что меньше нужно синхронизации. Соответственно, быстрее это происходит вся обработка и меньше задержка. Ну, вот такое уже у нас черное пятно большое. Всех, кто к нему подходит, просто боятся его. Ну, думаю, скоро мы сольемся с такими этими приколами. Потому что это закон подлости. То есть не может быть все так долго хорошо. Нет, ну не в этом случае. Вот мы уже 14 тысяч нахавали. Вполне возможно, что еще и... Я не вижу, к сожалению, статистику по серверу. Ну, думаю, что там где-то там уже в какой-то топ-10 мы вошли. Вот, если издалека, с птичьего полета, то такой уже солидный червяк. Червяк-червяк-ч. Ну что, опа. Ага, не хочет он, чтобы его окружили. Ну и зря. Зря, зря, зря. Так бы я мог еще на вас нахавать немного. Массы. Но не срослось, что же бывает. Так, тут я вижу, что уже много всех. Сейчас начнутся лаги, поэтому надо отсюда потихоньку сваливать. Но не надо, не надо, не надо. Не-не-не, сливеры нам не друзья. Так, что вокруг происходит? Я пока не вижу никаких особых движений. Главное, чтобы вокруг не было мелких червяков. Такие всякие средние, от них там, ну, не слишком тяжело вернуться с ними, погоняться. О, сейчас я, возможно, чуть-чуть подхаваю, потому что больших червяков боятся. И когда они метутся на всех парах, их или подставляют, ну, или если видят, что не успевают, то не берутся тягаться. То есть 15 тысяч массы у нас уже есть. Растем дальше. Так, ну пришла пора. Это уже такой объем, когда можно сливать больших червяков. Ну как сильно больших тут у нас нету. Ну и на сильно больших, в принципе, нас не хватит. Ой, какой метется опасный. Не, я с такими не хочу тягаться. Есть такие психи, которые постоянно гоняют на ускорении. Они рыпаются в разные стороны, ведут себя неадекватно. Так что лучше их не трогать. Так, ну что? Червячки. Хоть кого-то мне нужно похавать, бо я голодный. Они еще не знают, что они попали в кольцо. Надо им об этом тонко намекнуть. О! Ай-яй-яй. Жадность. Жадность бывает играет злую шутку. Вот если бы я сейчас поехал прямо и что-то тормознул, я бы как раз врезался в этого красавца.
А так я не повелся на это замануху. И пока месть растем дальше. Вот. Так и хочет подставить. Крейзи какой-то. Так, один уже отыгрался. Окружаем второго. Вот, все, он тоже сдался. Понял, что один в поле не воин. О, так они там на радостях. Сейчас я в кого-то врежусь. Не, не врезался. 17 тысяч. Ну что, попробуем. Попробуем окружить. Не надо, не надо, пожалуйста. Вот, все, мы еще двоих окружили. Правда, неудобное с моей точки зрения направление. Я привык по часовой стрелке кружиться. То есть может сыграть злую шутку. Так. Ага, он сразу там уже слился. Надо этим воспользоваться, чтобы этот не нахавался. Вот. Ну, пока довольствуемся такими маленькими червячками. Во-первых, глупых больших особо нет. Если ты не умеешь играть, то ты сливаешься гораздо раньше, чем становишься крупным. А во-вторых, я еще раз говорил, если в гуще событий кидаться, можно немного промахнуться. Ну все. Вот он слился. И вот такая вот черная дыра его поглотила. 19 тысяч уже. Мы на этих двух червячках по 1000 заработали. Так, ну что, пора рисковать, чтобы это было поинтереснее. Нужно кого-то хорошего, такого крупного схватить жертву. Ищем, ищем. Главное, чтобы были крупные червяки, но не было мелких вокруг. Так. Ну. Гюльчатай, где же ты, моя Гюльчатай? Не вижу никого. Не вижу. Хоть убейте меня. Ага, вон там кто-то ползает. Ну, кто-то там нас срезался, можно просто безопасно подхавать чуть-чуть. Вот, уже почти 20 тысяч. Не знаю, дойду ли я до 20. Вот. Вот, пожалуйста, 20 тысяч мы набили. Так, а теперь можно сейчас попробовать вот этого синего окружить. Ага, не получится. Сильно он большой. Сильно он большой. Ай-яй-яй. Да еще столько всех непоняток. Так, давайте, пожалуйста, пожалуйста. Давайте. Быстро. Но. Есть, мы это сделали. Все, окружили большого червя и слили. Смотрите, сколько сейчас массы. Главное нам теперь себя хорошо повести. Они даже что-то не борются, даже не собирают массы. Нет, вот этот красный, конечно, отхавался. Так, вот поворотик. Нам не помешает лишняя тыщенка массы. Вот, красный тоже сдался. А что же сделаешь? Против силы не попрешь. Вот сколько халявы. Так что наша охота, в принципе, даже если сейчас случайно сольюсь, то увенчалась успехом. Вот уже 25 тысяч массы. Есть, все, мы это сделали. Слили там, не знаю, сколько, очень много больших змеек. Спасли, потом слили маленьких. Я думаю, этот обзор уже может быть считаться удачным, потому что 27 тысяч массы.
Так, кто там? Ага, то сильно большая змея. А что, можно попробовать раскружиться. Так, поехали искать новую жертву. Тут было хорошо, что было мало, как бы, мелких змеек, или такие вот средние, или не очень мелкие. Поэтому, и плюс еще глупые, гонялись друг за другом, а тут из-под тишка подъехала такая фура и их всех окружила. Ну что, поехали. Ага, кто там за кем-то гоняется? Ага. Не, ну за этим мы не уследим, это он сильно большой. Да, он уже увидел опасность, и он начал сваливать куда-то. Так, ну то, что я говорил, здесь вокруг очень мало мелких, нам это не очень подходит. Ого! Так, 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 так. Не будем жадными. Ого, вот это он, конечно, слился. Да, он был очень большим змеем. И, кстати, на удивление, я смогу все это дело захавать. Вот, смотрите. 32 тысячи. Да это уже, в принципе, даже больше, чем я говорил в начале обзора. Бывает, не везет, потом раз и выстрелит. Вот как сейчас. Были дикие тормоза поначалу. А потом все распогодилось, и мы смогли записать хорошее видео сливов разнообразных. Но мы никуда не спешим, мы можем со стороны еще так подхавать чуть-чуть. 33 тысячи массы. Сейчас, если сорвем этого червячка, то будет 34. Но не будем забегать вперед, потому что это чревато, как правило. Уже распланируешь нас, пообещаешь людям, потом бабах! И слился. Ну давай, сдавайся уже, что ли, червячок. Нас ждут великие дела. Если пошел фарт, нужно этим пользоваться. Все готово. Да, 34 тысячи масса. Сейчас даже что-то еще там подберем. Уф, такое большое черное пятно. Неужели некрасиво? Это, в принципе, очень красивый скин, если разогнаться. Вот такой, какая-то абракадабра. Так, ну, что-то мне подсказывает, что скоро нам придет гоплык. Я хочу это все схавать. Без всяких рисков, без ничего. Просто берем и кушаем массу. Вот, 35 тысяч. То есть, 1000 с чем-то мы просто без всяких усилий взяли и себе забрали. Ох, какой скин классный. Все видели скин доллара. Хочу таким. Сейчас запишу это видео, выйду, буду искать такой себе скин. Кстати, кто хочет поиграть невидимым скином, на моем канале «Просто детки» есть инструкция по установке, где написано, куда зайти, что сделать, куда нажать, какой скин поставить, чтобы у вас было такой вот всякие там Дональды Трампы, Ангри Бёрдсы, невидимый скилл, там еще куча всяких там вот британский флаг. Те, кто играют постоянно, все это, конечно, знают. Ну а те, кто играют мало, те найдут эту информацию полезной. Так, почти 37 тысяч. Ого. Думал делать обзор просто как скин Слизарио. А выходит, что тут получилось даже совсем неплохой обзор. Так, ну что, врезайся. О, молодец. Умничка. 37 с половиной тысяч. Так, вокруг уже куча коршунов караулят. Когда же я ошибусь?
Потому что с меня высыпется очень много еды. Так, пора уже искать таких дядек больших. Давай, давай, Леопольд, выходи. Так. Ага, он какой-то там кого-то кто-то окружил. Ой, не. Там куча мелких. А я говорил, что с ними лучше не связываться. Ай! Ты что? Вот это было именно опасно. Просто ужасно опасно. Сейчас мне просто повезло, что у него тормознуло раньше, чем у меня. Ну вот и все. Ха-ха-ха. Он сдался почти без боя. Так. Отхаваемся, отхаваемся. Не раскидываемся едой. 38 тысяч, почти 39. Хо-хо-хо. Именно с новыми скинами, это, наверное, блин, мой рекорд. Разные старые там было, там 100 тысяч, 150. А именно с новыми скинами, блин, 10-20 тысяч, бубух, тормоз врезался. Ну что, давай, не сопротивляйся, черное пятно тебя сейчас поглотит. Не, ну все-таки красиво вот это вот. Два глаза из такой темноты. Ну, все. Молодец. Итого 40 тысяч массы. Так, ну что? Идем на 41. Ха-ха-ха. Я представляю, как там обидно с другой стороны этим мелким червячкам, которые просто смотрят, как я пожираю халявную массу. Опа. 41 тысяча. Так, ползем дальше. Ну, кто тут хотел потягаться? О, там уже пошли серьезные личности. Ну, конечно, они поменьше, чем мы, но они уже не такие глупые, как мелкие, которые просто так берут и дают себя окружать. Нужно искать или тех, которые кого-то окружают. Ага, там вот еще. Не, это все дело мы не потянем. Так, 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 так. Как бы нам отсюда выйти? Тут уже не окружение идет речь, а о том, чтобы просто как-то сохраниться. Ну, 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 ну. Не-не-не. Я в эти игры не играю. Хватит. Мне моя жизнь дорога. Ну, что ты за мной гонишься, скажи? Ты отстаешь хрен знает насколько. Так, а сейчас мы попробуем сделать все вот так вот. Не дать себя окружить такую, опа, ему подлянку. Еще одно. Мне просто уже интересно, если фартит, то будет ли фартить во всем. Так, надо его подпустить немного. Опа. Ха, не получилось. Ну, что ты? Слабо тебе? А, все, нас подставили. То, что я говорил, начнешь возиться с кем-то, в любом случае воплатишься. Ну ничего, 40 927 очков мы набрали. Слили много-много злых дядек. В итоге в конце попались на свою жадность. Всем, кто смотрел это видео и оно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Почти каждый день новые интересные обзоры после Зарио, по другим детским играм. Оставайтесь с нами, будет интересно. Пока-пока.